Лейтенант Алексей Воронин, а вы на канале Asmodeeplay. Так, мы продолжаем наше Call of Duty первое. Деревянное, замечательное. Так, что нам? Добраться до окрестности следующего города. Так, вы что, меня ждете? Ну давайте, вперед уйти. Вон в танк сомневал. Вражеские танки заучен! Так, дети! Один готов! Другие идут! Давай! Ты будешь кричать «Хайль Гитлер» в аду! Еще есть? Мне кажется, я по трупу подстрелил. Ага. Блин, не видно, как башня-то поворачивает. Ну что же? Едь. КП первый. Вообще, я думаю, что это он. Сейчас бы поехали, а он бы раскрыл. Как тебе это понравится, Фред? Едем на гусеница. Едем на бабочку. Кто там? Это есть в кустах. По кому-то же долго. Ой-ой-ой.
Уверен, что так будет. Держитесь, товарищи! Были бы мы в горах, вот так вот. Стрельнул бы вот так вот. И на него лавина бы сошла. Засчиталось бы, как будто бы я его убил. И считалось бы все равно, как он сам понял. Интересно, как засчитал. Все-таки я же лавину устроил. Подбил уже неизвестно. Отличная стрельба! Вон они. Жалкие людишки. Давайте. Что там, шутер панцером-то никого нет, надеюсь. Почему панцером, не знаю. Может как-то по-немецки это звучит. Когда твоя веревка кончается, понятно. Вешайся на обрывках. Ну, нажмите, нажмем. Ой. Ни малейшего шанса. Блин, поздно. Так, зенитные осталось две. Отличная стрельба! Так.
старался. Эти капусты, держитесь, товарищи! Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Так. Задача обновлена. Уничтожить против танка уже сложится. А я смогу? Тихо там. Да. Как тебе это понравится, Фриц? Да. Пошли его! Да. Вперед, живее! Да. Моя... Пошли его! Че, я не влазил? Стой. Вот, вот так вот. Посюда поеду. Так, он что же? Оружие. Нас подбили! Да тихо ты, не кричи. Вот так. Задача обновления. Очистить западный район города. Тихо, тихо, тихо. Западный район города. Очистили. Очистили. Блин. Танчики эти. С июня 1944-го союзники добились значительного успеха в Европе, освободив большую часть Франции, Бельгии и Голландии, дойдя почти до самых берегов Рейна. Во многом своими успехами они обязаны русским, уничтожившим зимой 1943-го под Сталинградом немало лучших танковых дивизий Германии. На Восточном фронте русские вытеснили немцев с большей части территории России и Польши и скоро подойдут к Одеру, пограничной реке Германии. Положение Германии стало отчаянным. Бомбардировки союзников разрушили до основания много крупных городов Германии. Военная авиация Германии, Люфтваффе, была лишь тенью той могущественной силы, которая наводила ужас на врагов в начале войны и мало что могла сделать для прекращения бомбардировок и сопротивления армиям союзников. Военно-морской флот Германии «Кригсмарин» был практически потоплен, его подводные лодки уничтожены, а моряки выдавлены в армию. Однако враг не собирался сдаваться. Не в силах остановить союзников, Гитлер уповал на оружие возмездия, ракеты Фау-1, а потом и Фау-2. Эти снаряды, несмотря на свое техническое совершенство по меркам военного времени, были слишком неточными, чтобы поражать военные цели. Поэтому они использовались для запугивания Лондона. января 45 года к северо-востоку от Бостона, Бельгия. Северо-восток под Бостон. Джентльмены, нам уже приходилось встречаться с этой дрянью. Так что вы и без меня знаете, что делать. Прошу прощения. Двигайтесь быстро. Прикрывайте своих товарищей, не мешкайте. И ради бога не останавливайтесь, пока мы не доберемся до этих... Не туда! Берегитесь мин! Блин. Мин берегитесь. Так, надеюсь, у меня
Нет. Оп. Ого-го-го. Спокойно. Так, 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 так. Поди. Захвати все вражеские документы. Ну, а что стоите? Ложись! Думаете, у него документы есть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Точно, зима, можно уже и под мостом. Ой-ой-ой-ой-ой. Пистолет. Вы серьезно? Так. Валим его. Давай. Прикройте меня. Блин, я даже не хочу менять его на автомат, это винтовочку-то. Прикройте меня. По нам долбят. Спокойно. Так, гранатомет. Будет танк, танки будем взрывать. Чё? Аптечек нет, все. Куда идем? Вау, еще один. Блин, аптечку бы дали. Давайте. Вперед, вперед, вперед! Давай. Так, неплохо. Назад. Группа подтянуться. Вот так. Неплохо. Ураган! Ураган! Давай. Тихо. Нормально. Так. Доты. Кто где есть? Всех завалили. Мартин, быстрее! Давай. Движутся два танка! Быстро к пушке и разберись с ними! Какой пушка? Тихо. Блин.
Хорошо поработал с этими танками рядовой мастер. Тебе есть чем гордиться. Просто поверить не могу. Там удалось. Я не понял, а что они у вас бегают-то? Что они бегают-то у вас? Так, совершенно секретно. Это нельзя читать, совершенно секретно, слышали? Бюргенштюрт, там Германия, хрен пойми. Мы двинемся на восток, уничтожая все цели. Затем, как и планировалось, мы соединимся с остальной частью группы. Разумеется, я обеспечу вам огневую поддержку пулеметом Брена. Давай. Блин. Планировалось, мы соединимся с остальной частью группы. Разумеется, я обеспечу вам огневую поддержку пулеметом Брена. Понятно, вы меня, короче, толкаете вот так вот. Понятненько. Давай, поддержка нужна. Блин, ни хрена там нас увалит-то. Пойдем. Как дверь нет, а вот дверь. Понятно, испугался, думал, двери нет. Кого стреляют? Только каски взлетели. Ну, кто на меня? Ты давай обеспечивай мне там прикрытие. Должен. Попал же в него. Ты их завалил. Показан был на карте. Где-то там. Итак, первое орудие. Назад. Где там?
Так. К твоим услугам. Кто к твоим услугам? Я же тебя защищаю. На данном этапе развития. Кто еще? Что-то я не понял, откуда у меня. О. В бочину. Сейчас в голову вот он. Нету. Давайте. Что у нас имеется здесь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эванс, нам надо взорвать эту зенитку. Вперед! Давай. Нам туда. Нам сюда. Работка, Эванс. Замечательно. Чертовски удачно то, что я сейчас сделал. Где вход? Люк? Вот оно что, Михалыч. Так, неразбиваемые, ладно. Что имеем? Понятненько. Хоп. Так. Ты видишь кого-нибудь? Здорово, ребята. Чертовски слабо. Меня-то как задело. Но у нас нет времени на болтовню. Надо идти на север и скорее разыскать эти ФАУ-2. Ну ладно, к делу. Вперед. Бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ни хрена себе, сказал я себе. Так. ФАУ-2. Это что, взрывчатка какая-то или что? Что имеем?
Пистолет, я думал, блин, снайперка какая-то лежит. Так, что у нас? Кроме врагов есть еще что-нибудь? Понятно. Шевелитесь! Два, я уже обошел. Вот, Фау, два, это ракеты. Назад. Вот так. Ну-ка, давай-ка по-другому маленько сделаем. Че, не ждал? Так, спокойно. Я понимаю, что нам вниз надо. Ну подожди маленечко. Стой. Уничтожить эти фауны. Сначала нужно, чтобы они полностью заправились топливом. Тогда они сами спасают. Найдите модель управления в этих сферах и заправь фау 2. Снайпер, если не ошибаюсь, подобное было тоже. Тоже фау 2. Надо было ждать, когда заправят. Блин. Нормально. Вот только с жизнями ненормально. Так. Кто где есть? Так, в этих двух мы точно посмотрели. Здесь даже аптечки нет, нахрен.
Ты-то что смотришь сюда? Я уж всех их для тебя перебил, чтобы тебе легче было. Ну давай, сюда теперь. Кто-то меня сзади, да, начал? Давай посмотрим. Нет, ни хрена. Так, вот сюда мне надо. Потом куда? Уничтожьте, осталось 3. Патронов-то у нас осталось чуть-чуть. Ага, вот так все было. Отлично, теперь размещай бомбы. Отлично. Ничего отличного. А, вот. Вот такой я молодец. Через северный бункер. Покиньте территорию через северный бункер. С удовольствием. Блеск. А теперь северный бункер. Быстро. В смысле, а я сейчас где? Опа! Ну что? Все? Герои не храбрее обычного человека, просто храбрее на 5 минут дольше.